Врача Андрея Титова обвинили в причинении смерти по неосторожности. После того, как в ноябре 2018 года на его операционном столе погибла 38-летняя Юлия Ступичева. Экспертиза показала, что хирург повредил пациентке аорту, и она потеряла слишком много крови. Подробности этой душераздирающей истории в сюжете корреспондента программы Екатерины Вовкудан. На этих фото вполне счастливая семья Ступичевых. Мама, папа и двое ребятишек. Но такое она останется только в воспоминаниях близких и родных. 19 ноября 2018 года Юлия позвонила мужу и сообщила, что неважно себя чувствует. Сергей посоветовал вызвать скорую. Тогда он и представить не мог, чем обернется это обращение за медицинской помощью. Ее увезли в 34-ю больницу. На следующее утро мне сообщили, что есть большие проблемы там. И я поехал в больницу. Там мне пояснили, что произошла ошибка. Юля находится в критическом состоянии. Сергей позвонил Юлиной сестре, медику. Я тут же собралась, приехала туда. И когда я приехала, нам уже позвонили и сказали, что сестра погибла. Мы сразу пошли к ночмеду. Он сказал, что это вина хирурга, он повредил аорту. Вследствие чего моя сестра погибла. Оперировал Юлию хирург Андрей Титов. Врачи подозревали, что боли у пациентки вызваны аппендицитом, но были и другие версии. Поэтому приняли решение провести диагностическую лапароскопию. Этот метод считается малотравматичным, так как все манипуляции с внутренними органами проводятся через небольшой прокол. То есть, если бы они вошли в брюшную полость и увидели аппендицит, они также бы убрали бы с помощью этой же операции аппендицит, и все было бы хорошо. Но в тот день что-то пошло не так. Как показало патологоанатомическое вскрытие, хирург Андрей Титов выбрал для прокола нетипичную точку входа и угол. Нарушение общепринятых правил проведения лапароскопии оперирующим врачом-хирургом Тисовым привели к повреждению главерищной брюшной аорты Ступичева, от чего последний отголос массивное кровотечение. При экспертизе прокола обнаружено колотое, проникающее в брюшную полость ранение, перфорация брюшной кишки, передней стенки брюшного отдела аорты в ходе хирургической операции. Позже вину врача подтвердили три экспертные комиссии. Они выяснили, что после причиненной пациентке травмы врач не оказал ей должной помощи. Оперирующий врач Кузов при проведении открытой операции лапароэктомии не обеспечил полного кровотечения, не наложил сосудистый шов на поврежденную брюшную аорту Ступичева, хотя в данном времени входит квалифицирующую характеристику врача-хирурга. Допущенные дефекты оказания медицинской помощи Ступичева привели к смерти последней. Гособвинитель запросил для эскулапа наказание в виде 2,5 лет лишения свободы и запрет на этот же срок заниматься профессиональной деятельностью. Сам Андрей Титов в последнем слове суду настаивал, что смерть молодой женщины произошла в результате несчастного случая и просил полностью оправдать его по предъявленному обвинению. Я искренне сожалею, что так случилось за мою практическую деятельность. Я выполнил более 100 лапароскопических операций. С данным осложнением ни разу не сталкивался. Все мои действия были выполнены правильно. И теперь я понимаю, что данное осложнение может случиться с любым хирургом, практикующим лапароскопию. Муж погибшей уверен, что хирург должен был быть отстранен от работы. Но почти 2 года, пока длились следствие и суд, он продолжал оперировать людей. Я считаю, однозначно, такие врачи надо сразу убирать за допущенную халатность. Может быть, он и сделал все возможное потом, делал все возможное, но он допустил халатность в самом начале. Наверное, считал себя очень опытным. 28 августа Андрея Титова приговорили к 2 годам ограничения свободы. Кроме того, хирург не сможет практиковать в ближайшие 2 года. Так гласит вердикт суда. Родственники Юлии не будут обжаловать это решение, но намерены предъявить иск к медицинской организации о возмещении морального вреда. В уголовном процессе мы не обращались с исками к самому врачу. В дальнейшем, да, естественно, будет подан гражданский иск к лечебному учреждению. Самих потерпевших. У Юлии 2 несовершеннолетних детей, поэтому, соответственно, требования будут о компенсации морального вреда и компенсации по потере кормильца. У погибшей остались 12-летний сын и 4-летняя дочка. Забота о них легла на плечи родных. Сестра Юлии до сих пор не знает, как объяснить им, почему хирург не боролся за жизнь их мамы до конца. Больше всего меня поразило, что он не оказал помощи. То есть он же мог ее спасти. Он 2 часа ждал сосудистого хирурга.
Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.